Девочки, девочки, есть у кого-нибудь расческа? Не, у меня нет, я сегодня не взяла. У меня с собой только духи. Ну как так, помаду взяла, зеркальце взяла, а расческу забыла. Может, в школе есть? У нас в шкафу мир забытых вещей. Но кто что потерял или забыл, это на все в шкаф складывает. Может, кто-то забыл когда-то, я хоть причешусь, дома ничего не успела. Ой, сколько тут всего. Ладно, я поищу. Ой! Что там, что случилось с тобой? Подруга, ты где? Ой, а где она? Ребят, вы не поверите, но ее здесь нет. Да она, наверное, с урока домой убежала. За расческой. А ты не заметила, как она из шкафа вылезла? Иначе куда она из шкафа еще-то денется? Да нет, слушай, она бы домой за расческой не пошла. Она залезла в шкаф и такая, ой, и все, ее нету. Хм, странно. Ух ты, где это я? Я что, из шкафа школы попала в аквапарк Тока-Бока? Здорово! Здравствуйте! Так. Вау, круто! Я могу успеть искупаться. Так, сколько у нас минут перемена? 5 минут. Ух ты, кошечки-собачки. Так, с кем бы мне поиграть в мячик? Иху! Мальчик, отойди, я хочу скатиться с этой горки. Ха-ха! Ну попросилась же. Так, что еще тут интересненького? У меня всего 5 минут. Ух ты, коктейли! Просто обожаю коктейли. Так. Успею ли я построить замок? Ой, ведерко, ты где? Интересно, а ребята знают об этом портале? Еще есть один этаж. Поехали! Вау, здесь еще круче. Ух ты, качелька. Так, возьму-ка я себе круг. На, мальчик, держи. Здорово! О, банан! Какой большой бассейн! Ух ты, а это что? Можно попрыгать в высоту! Отлично! Раз, два, три! Ха-ха! Круто! Ой, а я не задержалась? О, а это что такое? Ух ты, фотка с аквапарка! Пойду ребятам покажу! Они по этой фотке поверят в то, что я говорю. Представляете, портал в школе, прямо в аквапарк Тока-Бока. Супер! Фу, как же круто, как здорово-то. Ой, ты как оттуда вылезла? Я только что заглядывала, тебя там не было. А ты чего вся мокрая? Вспотела там, что ли, так? Да нет, представляете, в нашем шкафу в школьном портал в аквапарк. Я только что там была, купалась в бассейне. Вон, смотри, до сих пор с меня капает. Чего? Слышали? Что такое рассказываешь? Какой еще портал в шкафу? Иди за парту, скоро урок будет. Да я тебе серьезно, что думаешь, шучу, что ли? Я сама в шоке залезла расческу искать, дверь закрылась, и хоп, я уже в аквапарке. Ну? Ну что, никто не верит, что ли? Пойдемте со мной, проверите сами. Не, пранкануть, наверное, опять нас решила. Я пас. Ха, ну ты правда все мокрая. Слушай, ладно, я тебе верю, пойдем покажешь. Но если это не так, пеняй на себя, ясно? Если обманешь. Не обманываю я, если только портал не сработает. Пойдем в шкаф. Готов? Ага. Ой! Ой! Нет, они издеваются, опять сидят и мойкают. Я уверена 100%, что они оба в шкафу сейчас. Ребят, вылезайте, уже не смешно. Если она одна, еще могла тут где-то спрятаться. А вдвоем тут тесно. Ребят, их и правда нету. Ну вот, смотри, а ты мне не верил. Ха-ха, круто! Залезли в шкаф, оказались в аквапарке. Ну что, пойдем искупаемся. Ага, только у нас есть 5 минут. Ну тогда погнали. Поехали сразу на третий, там круто. А, ну что, купаться? Ага, погнали. Хе-хе-хе. Эй, я хотел. Я тоже вообще-то. Ха-ха, ну вот, матрас мой. Эй, подожди меня! Поехали лучше в трубе. Поехали! Мальчик, отойди! И-ху!
Слушай, давай я тебя сфоткаю. Ага, давай, парням покажу. Ю-ху! Все, готово. Так, что еще здесь интересненького? Пойдем, покажу. О, подожди, подожди. Ты куда? Подожди, подожди, я не могу пройти мимо мороженки никогда. Вкуснятина. Так, ладно, пойдем. Ну, наконец-то. Так, а здесь что? Здесь качелька просто. Это неинтересно. Можешь взять круг? О, купаться в бассейне. Слушай, а давай позовем всех на следующей перемене. Так давай, они мне не все поверили. Возьмем еще этот фотик, и тогда покажем им все фотки. Они должны будут поверить. Ну да, отправимся всем классом из школы в аквапарк. Классно! Погнали! Извините, пожалуйста, почему вы находитесь в аквапарке без купальников? Я вас больше не пропущу. Чтобы находиться в аквапарке, вы обязаны надеть купальные костюмы. Всем ясно? У нас есть прокат, вот здесь. А, извините, пожалуйста. Да, хорошо, мы сейчас вернемся и обязательно будем все в купальниках. Погнали быстрей. Ага. О, слушайте, обалденно. Фу, воды наглотался только. Так быстро пришлось вылезти из бассейна. Фу ты. Круто было, я же говорила. А вы не верили, ребята. Мы опять были в аквапарке. И посмотрите, вы весь пол намочили. Вы сейчас аквапарк здесь устроите. Ну, рассказывайте, как вы это делаете. Слушай, а ты мне фотку показывала. Покажи им, раз они не верят. Фотка могла быть сделана когда угодно. На, смотри, я там на экшен фоткалась, как в трубе еду. В режиме реального времени вообще-то. И трансляцию выложила. О, да? Ого. Эй, ребят, круто, я тоже хочу. Возьмите меня с собой. И меня еще успеем. Поместимся ли мы все? Давайте тогда в шкаф, кучнее. Ну вот, теперь верите? Ага. Круто, из шкафа прямо в аквапарк. Волшебство какое-то. Да ладно вам, пойдемте веселиться, пока есть время. Так, здравствуйте. Знакомые все лица. Да? Вы слышали о правиле? Да-да, мы все знаем. Мы оденем купальники в этот раз. Так, отлично, выбирайте. Ой, это не купальник. Эй, не поняла, что такое? Это слишком маленький. О, отлично. Можно я пройду? Да, проходите. И я. Так, подождите, я тоже хочу. О, круто. А на меня у вас есть что-нибудь? Ух ты, желтенький купальничек. Так, а мне, пожалуйста, плавки. Не, плавки, говорю. О, спасибочки. Ну что, погнали? Да, побежали. Всех круче на третьем. Туда и поехали тогда. Я бы здесь позагорала. Да, только у нас мало времени. У нас всего перемена, чтобы Эдна не заметила. Ну вот мы и на месте. Так, начнем, пожалуй. Я хочу с горки. И я. Пойдемте все. Ой, а я что-то нашел, по-моему, денежку. Извините, пожалуйста, я ее искала, я ее в лифте потеряла. А, ну держите тогда. Ю-ху! Ого, круто, попробую еще на зеленый. Кто со мной? Я! Мальчик, отойди. Ха-ха, круто, пойдемте все, пойдемте. Ой, я что-то подзамерзла, мы уже третий раз тут. Ой, возьму полотенышко. Давай лучше накупаемся, у нас же мало времени. Ой, ладно, уговорили, девочки.
Пойдемте еще скачусь с экшн-камерой пару раз. Я сняла, как в трубе проехала. Круто! О, а что если так? Вау, круто, на этой доске вообще здорово. А что если попробовать с матрасом? Эй! Уехал без меня. И приехал. Ага, было в классе пустота и чистота. Решили прогулять опять всем классом, что ли? Эй, ау! Ладно, достану-ка я журнал. Ой, а чего тут лужа-то? А, трубу, что ли, прорвало какую? Ой, из шкафа, что ли, текет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да нет, тут все сухо. Ой, журнал мокрый. Это кто мне тут все намочил-то? Ой, ё-моё. Нужно спасать ведь все. Сейчас все тут замочится. Ой, что такое? Что это такое? Как я тут оказалась-то? Watermelon Club, это что такое? Аквапарк? Интересненько. Залезла в шкаф, называется. Подскажите, пожалуйста, вы мне ученичков не видели? Пятеро человек. Здравствуйте, добро пожаловать в наш аквапарк. Чтобы здесь находиться, вам нужно надеть купальник. Какой купальник? Я не купаться пришла. Мне детей забрать надо, они у меня с урока сюда ушли, представляете? Да. Ну, такое возможно. Ребята иногда прогуливают школу, чтобы посетить нас. Но мы здесь не виноваты. Ай, пойду их искать, ладно. А купальник? Я ж сказала, и не купаться. Вот, здравствуйте. А-а-а, ребята, Эдна нас нашла. Вот вы где все, а ну вылезайте. Не, Эдна, а что, уже урок начался? Мы ж только на перемене. Какая перемена? Я полурока сижу, вас жду. Весь класс обыскала, в школе нету. Шкаф открываю, и я тут. Давайте, ну, выбирайтесь быстрее, у нас контрольная на носу. Эдна, а может вы к нам в бассейн, а? Чего? Еще чего не хватало? А ну, вылезайте, говорю. А я хожу по классу, тут мокро, там мокро. Думаю, что это такое? Вот оно что. Потом в купальниках все расселись. Ну, дети. Ну, мы просто не успели переодеться. Здесь главное условие быть в купальниках. Простите нас, пожалуйста, мы хотели только на перемене. Да. И вообще, мы случайно обнаружили этот портал. Ой, насчет портала, это я еще буду разговаривать, пусть его заделывают. Не делай это со школы, да в аквапарк. Ну все, вылезайте, что мне, к вам нырять, что ли? О, ныряйте, заодно искупаетесь. Да, давайте контрольную в следующий раз проведем. А сегодня проведем день в аквапарке. Эдна, вам понравится, мы уверены. Да, ой, ни разу в аквапарке-то ведь не была. Ну, говорите, что тут надо делать-то? Съезжайте с горки в трубе, а я вас сниму на видео. Ой, нет, страшновато. Давайте, давайте, не бойтесь, мы все здесь. Да? Ну ладно, ребята. Ох уж мне этот портал, ребята-то и правда не виноваты. Вы могли ведь не ходить туда. Эх, все в аквапарк усвистали. Ну-ка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хе-хе, интересненько. Ладно, давайте, но завтра контрольная. Хорошо, Эдна, вы самая классная. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дремелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Здорово, накупались, ребята, правда? Ой, а где Эдна? Ой, ладно, Эдна, мы с вами в купальниках через портал прошли. Одежду там оставили. А я еще и с кругом прошел. Эй, а мы сможем обратно вернуться? Я как домой-то пойду в плавках? У тебя хоть плавки нормальные, а мне вон там что досталось. Меня больше волнует учительница. Она что, там осталась? Только бы директор не зашел. Ага. Бру, ой, надо было купальник переодевать. Мокро теперь так неприятно. Ой, ребят, вы чего тут делаете с кругами да в купальниках-то? В школе-то? А ну быстро назад. Одежду переодевайте и на урок.
Может, хоть успеем сделать проверку знаний. Ну а так, в аквапарке, конечно, здорово. На выходные как-нибудь сходим. Всем классом. Но не на уроки. А шкаф этот прикажу заделать или отремонтировать, где там живет этот портал. Давайте, давайте, в школе находиться так нельзя. Вы что? Как на юге, посмотрите-ка.